Мне в комментариях подсказали одну интересную команду, с помощью которой можно открыть инвентарь любого игрока. И я решил подшутить над Максимом. What the fuck? Я сейчас как-то дико туплю, но... Я сделал 4 зеленые исследовательские лаборатории, а их просто нету. What the fuck? Окей, к чё? Так, окей, все стало просто охренеть как интересно. У меня где-то 80% инвентаря просто пропало. Хранилище 13 рыб, и сейчас из ниоткуда взялась куча камней. Я просто сейчас смотрю на инвентарь, какая-то дичь происходит. Микросхемы появились, допустим. Медь появилась из ниоткуда. О, 10 лабораторий. Слушай, какая-то дичь. У меня опять все пропало из инвентаря. Да?